Сейчас снова новости из Петербурга. Владимир Путин поздравил финалистов конкурса «Учитель года» с профессиональным праздником. Его будут отмечать 5 октября. Глава государства назвал работу педагогов важной и благородной миссией. Со следующего года запускаем еще одну инициативу. Появляется новая госпрограмма федеральная, которая так будет называться «Образование». С приличным федеральным финансированием, свыше 300 миллиардов рублей на 3 года ближайшие. Это будем строить новые школы, будем переоборудовать имеющиеся, насыщать их современным оборудованием и, конечно, внедрять современные методики преподавания. Главное – это личный пример. Когда дети видят, что учитель сам постоянно в движении, сам в развитии, то это, безусловно, не может остаться незамеченным для детей. Я хочу вас поблагодарить за ваш труд, за вашу работу, пожелать вам дальнейших успехов. Успехи есть у нашей школы, это совершенно очевидно, мы это видим по международным конкурсам, где наши дети выигрывают все больше и больше медалей, занимают уже не просто престижные места, а уже первые места занимают. И это, конечно, результат работы нашего учительского сообщества.